С 9 по 15 августа на территории Одинцовского округа проводится профилактический рейд «Ремень безопасности». Его основные задачи – содействие снижению тяжести последствий ДТП и их общего количества. Госавтоинспекторы напомнили участникам рейда, ремень безопасности существенно уменьшает риск гибели и тяжелых травм при столкновении и даже опрокидывании. Его эффективность доказана десятилетиями. Берегите себя и своих пассажиров.